Тут целый шампунь. Вон какой-то мужик идет тоже. Так что, ну так или иначе, здесь убираются. А вот тут еще какая-то... Да, шампунем моют полы. Какие-то ноги. Что это вообще такое? В общем так, ребят, если подводить итоги, то я считаю, что... что с моей стороны было бы глупо отказываться от той возможности, которая у меня сейчас появилась. Как я уже говорил, такие моменты, они происходят крайне редко. То есть какая-то стриминговая платформа, она открывается и начинает платить много денег. Это не происходит постоянно, это происходит редко. На моей памяти... Он просто по одному и тому же кругу ходит, простите меня, я пиздел, но мне нужны деньги, блядь. Просто вот раз за разом повторяет. Я тоже раз за разом повторяю это, потому что он повторяет раз за разом. Я не знаю, как еще объяснить. Если такое было с такой платформой, как Трово, да? То есть они платили там 3 месяца, потом перестали. И с такой платформой, шампунь, как... Шампунь, лошадиная сила, помыл метро и стало красиво. Такая ситуация. Они сейчас платят, а через неделю, возможно, уже не будут. Может, через месяц не будут. Пока есть такая возможность у меня, я считаю, что этим надо пользоваться. Тем более, что, как я уже говорил, я никуда не ухожу. Я даже не поленюсь. Цитирую. Есть возможность. Это киберспортс.ру, который любой занюхнюхает. Я подписал контракт с Kick на 1 миллион долларов. Я это все-таки сделал. Я не ухожу с Твича, мне не запретили стримить там, но иногда буду подрубать на Kick, сообщил Алексей Хес с АВГН Губанов. Контракт. И при этом он говорит, может, этого сейчас не будет, может... Еблан, ты сам сказал, ты подписал контракт на 1 миллион долларов. Ты говоришь, сегодня платят, завтра могут... Ты подписал контракт, сука! Это не я, блядь, ёпта, сказал, это ты сказал. Контракт уже подписан, ты свой миллион долларов получишь в любом случае. Будут у тебя зрители, не будут, контракт подписан. Зачем ты постоянно говоришь, может, вот сегодня я пострим... Нет, ты отстримишь все стримы по контракту, потому что ты понимаешь, что если ты их не отстримишь, тебя в жопу выебут. Хотя тебе бы это понравилось. Нет, тебя не в жопу выебут, тебя на деньги поставят. Он сам это сказал, что контракт уже есть на 1 миллион долларов. Все, ты получил эти деньги, блядь. И, ребят, ну вот сейчас пока есть деньги, надо стримить на Кике. А то потом, может, их не дадут. Нет, ты уже подписал, блядь, контракт. Я просто иногда буду подрубать там, и все. Но если вы хотите помочь или как-то поддержать, ссылка будет в описании. Приходите, подписывайтесь и просто смотрите. Этого достаточно. Просто смотреть. Ну, а я буду очень благодарен, если вы это сделаете. Постараюсь вас не подвести, а делать какой-то интересный контент. Кстати говоря, если вдруг... Очень понравилось... интересный контент. Вообще пиздец. Спасибо за то, что кормишь мой кик, Хесус. Вот за это спасибо. Когда заказывают твои видосы, я могу получить двойную монетизацию. И посмотреть на кике за деньги, блядь, ёпта. И еще и, блядь, потом выложить на YouTube и там, блядь, получить деньги, блядь. Еще и интеграцию въебать. Спасибо. Ты кормишь не только себя, но и меня. Продолжай. Продолжай делать интересный контент. У вас такой формат видосов. Пишите в комментарии. Ну, а нужно ли еще такое записывать? Какие-то видео? Нужно, обязательно. Показывать вам что-то интересное. Очень, ну, очень хотим. Если хотите, да, пишите, оставляйте комментарий, ставьте лайк. Надо. Какие-то пьяные мужики идут, орут. Надо. Так что да, буду очень благодарен, если лайк поставите, комментарий оставите, да. Поэтому, если вдруг вам не безразлична моя судьба... Надо. Будущее, пиши побольше. Я буду очень благодарен, если вы будете приходить на мои стримы на Kick. Еще раз повторю, ссылка в описании, подписывайтесь. Господи, он еще раз эту хуйню вставил. Да ёб твою мать, чувак, все уже поняли. Я буду вас ждать уже сегодня и в течение всей недели. Ну а потом, в другие дни я тоже там буду подрубать. Побольше контента. Ставьте лайк, оставляйте комментарии. Если вдруг вы хотите видеть подобные видео в таком формате еще, то ну обязательно ставьте лайк и оставляйте комментарии. Бля, при этом он реально же дегенерат. Вот, блядь, вот, ну, вот человек хвастается тем, что, блядь, ёпта, в школе учился плохо, все это. Я в целом согласен с ним в том тейке, что школа — это хуйня ебаная. Типа, блядь, но посмотрите разницу между мной. Я сижу сейчас пьяный, блядь, пиздец, я сколько выпил бутылок вина. И при этом он говорит, вот еще раз говорю, подписывайтесь на мой канал. Хочу делать контент. Вот, если вам нравится, то ставьте лайк. И вот я буду делать еще более лучший контент, чтобы
чтобы вас радовать, вот контент хороший, я... Циклоп свобода никогда. Хесус АВГН мозги никогда. Циклоп с мяса. Хесус АВГН деньги. Идиот клинический, блядь. Возможно, идиот вам будет интересно смотреть какие-то видеоблоги из Америки. Видеоблоги из Америки. Что-то показывать, рассказывать. Америке. Опять же, пишите комментарии. Пишите в комментариях. Вот, ну, на этом как, я с вами прощаюсь. Смотреть. Увидимся на Кик сегодня, завтра, послезавтра видеоблоги. И в течение всей недели. Все, ребят, всем пока. Ну, что я могу сказать на самом деле? Подписка на мой канал. Вы подписка, делай лайк, я делай контент. Мне очень нравится подписка на меня. Спасибо за подписку. Вы приходите на мой YouTube, на мой Kick, на мой Twitch. Я делай вам контент.